В Минск сегодня съезжаются делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания. От каждого региона по 350 человек. Это представители разных профессий и поколений. По сути, полный срез белорусского общества. Общее количество делегатов – 2500 человек, в том числе дипломаты, белорусы зарубежья, представители интеграционных объединений, в которые входит наша страна. Всем им предстоит определить будущее Беларуси на ближайшие 5 лет. Предполагается, что наша республика сохранит национальную модель социально-ориентированной экономики. Во время проведения собрания будет услышан голос каждого белоруса. Завтра с 11 утра будут доступны номера горячей телефонной линии. Сегодня в Беларуси начинает работу миссия Международного валютного фонда. Эксперты проведут оценку нынешней экономической политики и ежегодные консультации с властями. В течение недели специалисты МВФ встретятся с представителями правительства, Нацбанка, частного сектора, научного сообщества и профессиональных организаций. Минск готовится к празднованию Дня независимости. Масштабные тренировки с тысячами военнослужащих проходят еженедельно. Кроме того, задействованные в торжествах шлифуют нюансы в своих воинских частях. Рота почетного караула ежедневно чеканит шаг и доводит до совершенства выправку. Сегодня в Уручье пройдет очередная гарнизонная тренировка пешей колонны и почетного караула. Генеральные репетиции пройдут 25 и 28 июня у стелы «Минск. Город-герой».